Это снова прохождение игры Готика на канале Любопыт. В прошлый раз нам сказали, что мы должны отправляться на Орочье кладбище. Но сначала, я думаю, мне надо выспаться до следующего дня. И побыстрее, пока тут все кровати не заняли. А иначе спать будет негде. О! Отлично. Не стоит. А, немножко шлепнулся. Ну да, ничего страшного. Давай лучше сменим тему. Вот не хочу слышать это. Так. У меня сколько сейчас очков обучения? Ага, хватит как раз-таки на следующий круг магии. Потому хорошо бы заглянуть в старый лагерь для начала. Так, только надо мне найти еще этого идола Кадара, который тут свитками, рунами торгует. Мне нужны руны магические. Он находится там. Я не буду вмешиваться. А где он, собственно? Или сейчас все гуру в храме следят за состоянием Юбериона? Ну вот, опять я шлепнулся. Попробуем в храм отправиться. Здесь нельзя говорить, что раньше все было намного лучше. Не то, что сейчас. Здесь никому нельзя доверять. Каждый может обмануть. Да, он тут, гуру, все. Коргалом, идол Намиб, идол... Во, идол Кадар. Я хочу... Так. Какие у него тут есть руны? Телекинез. А, нет, это кулак ветра. Теперь телекинез. Сон. Свет. И чары. Нифига себе, сколько тут всего. Ладно, продадим те свитки, которые... руны которых уже купили. Так. Можно еще что-нибудь продать. Например, трофеи. Блин, сейчас, подождите. Во. Нифига себе, у меня все еще не хватает. А, я ж про клыки забыл. А, еще есть крылья. Шкура шныга.
Да ну нафиг, все равно не хватает денег, чтобы оплатить все это богатство. Так. А, можно продать ненужное оружие. Больше ничего нет. Ладно. Придется взять самое необходимое. Это свет, чары пока, сон, кулак ветра, телекинез. Ну, чары можно пока убрать. Да и сон тоже. Ну, а все остальное мне нужно. Ну ладно, уберем пока телекинез. Теперь этого слишком много. О, 800. Я хоть ключ. Так, мана плюс один. А то у меня маны маловато. Что ж я за маг такой тогда? Ладно, мне нужно в старый лагерь заглянуть и обучиться следующему кругу магии. А то иначе я не смогу использовать вот эту руну света. Она мне сейчас в этом орчьем кладбище очень пригодится. Потому что там ужасно темно. Я не причастен, как можно не понимать это? Только между нами, другим не нужно рассказывать. Пусть пока Талос меня туда отведет. Я думал, это уже давно решено. Да, дурное дело. Меня прислал Курангар. Он сказал, что ты сможешь отвести меня к кладбищу орков. Мне нужно найти идола Люкора и стражи, которые ушли с ним. Со мной такое не случится. Иди за мной. Здесь нельзя говорить, что попало. Мне уже надоело это слушать. Слишком много предательств. Не хотел бы я, чтобы со мной поступили так. Я не имею отношения к этому делу. Знаю, где оно находится. Да, только мне сейчас придется воевать с кучей орков. Через мост я с тобой не пойду. Жизнь еще мне дорога. Нужно быть ненормальным, чтобы соваться туда. Даже Люкор со своими стражами и тот не вернулся. Что ж, посмотрим, что там такое. Возвращайся в лагерь, а я приду туда позже. Так, мне только надо сначала в старый лагерь заглянуть, я уже сказал.
охоте заодно на мелких тварей. Да, еще мне зельки нужны, а то сейчас там много орков будет. Ай, кусака. Поэтому мне нужны зелья восстановления жизни. Новая глава, новые твари. Маракарис. Нет, я с тобой пока проблем не хочу, не сохранившись. Ему вообще урон никакой не наношу. Не, лучше к нему пока не соваться, а иначе пипец будет. Пройдем мимо. Интересно, мы сможем обшарить вот этот труп так, чтобы нас Маркарис не заметил? Нет. Он нас заметил, но хотя бы мы успели свалить. Что мы собрали с этого послушника? А, да. Максимальная жизнь. Статуэтка спящего? Ну-ну. Старый лагерь уже недалеко. Блин, а чё я там-то не прошелся, а пошел длинным путем? Вот и лагерь. Остается только до входа добраться. Кстати, по-моему, там есть зелья, которые ускоряют персонажа. Сейчас я куплю парочку таких зелий. Уже быстрее. Эй, что-то подвисает слегонцухи. Подождем. О, теперь нормально. Я не хотел отношения к этому. Может быть, это правда. Я думаю, что здесь что-нибудь изменится. Здесь никому нельзя доверять. Так ты говоришь, ребят. Уже тогда молодец, ничего не выдержал.
надо выждать время. Спешка не доведет. Может быть, это правда. Я не буду вмешиваться. Да, дурное дело не хитрое. Больше не хочу. Это не слишком интересно. Поговорим о чем-нибудь другом. Кариста. Во имя! Пожалуйста, объясни мне, в чем смысл магических кругов. Объясни мне, в чем смысл магических кругов? Как пожелаешь. Круги символизируют глубину твоих магических знаний. Они влияют на твою способность, прежде чем изучать следующий, чтобы изучить высшие круги. Но твое усердие в их изучении будет вознаграждено новыми. Они это являются частью жизни. Если ты поймешь, в чем заключается их сила... Я готов вступить в первый круг. Я готов. Первый круг. Вступление в первый круг магии даст тебе умение использовать... Каждая руна содержит, используя свою магическую силу. Извините, тут кое-что пришлось пропустить. Я... Но второй круг у меня больше... Не хватает опыта, точнее, очков обучения. Я думал, ты уже давно. Где бы их достать? Так, а сколько у меня до следующего уровня? О, еще много. Уже тогда было ясно, что это. Надо выждать время. Спешка не доведет. Если ты думаешь... Тебе мат этот. Так, а я могу сейчас сообщить о планах братства Равену? Привет. Я подумал, что мне стоит доложить о своем приходе. Ну да, значит, хорошо. Могу. Мне нужно знать все, что происходит вокруг. Они провели великую церемонию. Ты хорошо поработал. Ну отлично, большие планы братства, задание выполнено. Больше этого не следует. Надо выждать время. Больше не спешка слушать эту болтовню. Все время отбывает тоже. Ну что ж, придется отправляться на кладбище орков. Но сначала куплю и в этом лагере немного этих рун. Как и почему нельзя держать языки зубами? Так, где тут сковородка? А, вон. Пожарить все мясо. Мне уже надоело это слушать. Давайте, отстань. Давайте съедим несколько кусков, чтобы восстановить жизнь. Идемте к тому торговцу магу. Потом видно будет. Чужие проблемы, не мое дело. Не самое лучшее решение. Во имя магии! Да, дурное дело не хитрое. Так, торговать. Я хочу приобрести магические свитки. Так. Свет у меня есть, исцеление тоже есть. Огненный шторм, огненный шар, но тут нужен третий круг. А огненная стрела у меня есть, огненный шторм. Не, эти нет смысла покупать. Зато есть смысл купить свитки. Как можно не понимать этого решенный вопрос? Так, давайте сдадим ему вот эту одежду призрака. Доспех при... Да, правда, всего 600 в стоимости. Отдал. Как можно не понимать этого? Нельзя верить.
много болтают. Эликсир быстроты нужен мне. Эликсир проворства. Только между нами. Еще несколько таких вот эликсирчиков. А, сколько я ему тут много дал. Да, свиток огненной стрелы можно продать, раз у нас уже руна есть. К тому же, которая действует. Можно мясо продать. Да, только боюсь, не хватит. Или хватит. В таком случае можно купить еще что-нибудь. А, сдадим все то, что мне не нужно. Возможно. Давай лучше сменим тему. Больше не хочу слушать эту болтовню. Я не причастен к этому делу. Так. И покупаем еще. Во, теперь хватит. Стой. Отвали ты от меня. Во имя... Мне... Я... Так, мана плюс 5. А больше пока не набираем. Ладно, а теперь... Выпиваем наше зелье и несемся к кладбищу орков. Держись. Лучше ни на что не натыкаться. Давай лучше сменим тему. Я думал, это уже давно решенный вопрос. Нельзя верить всему, что слышишь. Нужно думать, прежде чем что-нибудь говорить. Здесь нельзя говорить, что... Мы действительно быстро бежим. Главное успеть добежать до кладбища орков, пока не закончится эффект зелья. Не думаю, что здесь хоть что-нибудь изменится. Мясной жучок. Закончилось действие. Да, мы не успели как следует пробежать. Я не знаю, почему я бегаю прыжками, просто мне кажется, что так быстрее. Кладбище
орков должно быть уже где-то здесь неподалеку. Да. Кусачи. Но завалить их легко. Ой, там орк. Вот и первый орк. Вот с ним-то проблемы будут большие. Помните, мы же пытались орков завалить, и не удалось. Его надо лучше магией жахнуть. О, и здоровье потеряли заодно. Хорошо, что я накупил зелий. Да, правда, их мне надолго не хватит. Но у меня еще еда есть. Да, и надо ману восстановить тоже. А то как же мы сейчас будем колдовать без маны? Ну ладно, посмотрим, какая у нас тут магия есть. Огненная стрела, исцеление. Жаль, у меня не второй круг магии. Я бы сейчас кулаком ветра их всех сдул. Они его очень боятся. Ладно, придется рассчитывать на огненную стрелу. А она им нифига не сносит. Сейчас я его пристрелю тогда. Ха, странно. Обычно орки всегда сразу убивают. А здесь он меня только повалил. Ой, да его тут хрена с два пристрелишь. Ну ладно. Блинский, чё я наделал? Идиот я, кусок. Кажется, на кладбище орков рановато мне ещё пока идти. Сейчас. Пойду лучше поохочусь. Мне надо опыта набрать. Пойду лучше поохочусь на других. Чтобы набрать опыт и получить следующий круг магии. Заберем их оружие. Ладно. Пока отсюда сматываемся. Так. Может как-то реально в воду сигануть у болотного лагеря. И прямо в болотный лагерь попадем. Ну-ка попробуем.
Ну чё, народ, погнали? Ёма, народ! Ха, сработало. Поплыли к лагерю. Нет. Мне надо хотя бы второй круг магии получить, прежде чем соваться на это кладбище. Да, только вот как мне теперь из воды вылезти? Вот это проблема. Надо срочно отоспаться. И побольше зелий захватить с собой. Надо выждать время. Только между нами. Спешка не доведет до добра. Уже тогда было ясно, что дело этим не кончится. Эй, чё за... Нужно думать. О, все. Это баг какой-то. Ну ладно, на этом прохождение пока завершается. Я думаю, мы сегодня уже на это кладбище пойдем, а оказывается нет. Еще слабоват я для того, чтобы соваться туда. Не, ну не в прямом смысле. Ну, до свидания. Только сначала сохраниться надо. Обязательно.